народ, всем привет! Сегодня опять у нас военные технологии, сегодня военные, боевые, клановские полки. Почему клановские? Потому что лута можно тут положить до хера. Сейчас они стоят на четырех фундаментах, то есть четыре клеточки. Вот, помещается сюда ящиков, 16 ящиков, 10 простых и 6 боевых для оружки. Вот, ну эту линию можно еще дальше продлить, еще больше сделать. Приятного просмотра, надеюсь, вам понравится. Любовью, ваш архитектор.